Hello, friend. Балерины нет. Ты видел или видела, какие у них ноги? Ужасно. Они некрасивые. Ну, то есть, балерины, в принципе, страдают болезнью ног, так что нет. Я люблю свои ноги. Так что, ни за что. Пожарные меня не возьмут. Я 1,60 м. И маленькая. Не, может, возьмут, но я бы угорала над собой. Хорошо. Главное, что я видела. Там с училкой. Певицей не так уж интересно быть. У нас этих певцов до хрена и больше. Стала бы учителем английского. Нашла бы какого-нибудь миллионера. Шутка, если что. В данный момент никак к нему не отношусь. За всех девушек не стоит. Нет, потому что я всю масленицу была на работе, и так что я вообще никак. Я даже ее не отмечала. Как и Пасху, кстати, там. Удиви меня ответом. Мне аж интересно стало, сойдутся ли наши версии. Нет. Думаю, нет. Ее, наверное, и позвали Лодки, потому что это Лодки, а не Масленица. Тем более лубриканты разные бывают. На разных основах, насколько я в курсе. Привет, Денис. Привет. Привет, я нацист. Это, кстати, тупо. Я нацист говорить. Ты сам сказал про Лорки, завел разговор. Я и слова не говорила. Я же сказала то, что ее нельзя называть масленицей, и все. Я нет, ты да. Thank you.
Если мы сейчас будем говорить про нацистов, то я даже не хочу. Нацисты, во-первых, не убивали себя, они убивали людей. Я тоже знаю ответ. Я учила историю. Я сейчас ела. Мне теперь кофе тут. Что ты пристал? Господи. Почему так много идиотов, наверное, бывает на свете, которые пишут всякую чушь? Скучно, скучно. Ладно, ребята, давайте я пойду запущу за интернет и зайду в эфир, когда у меня будет работать Алиса. Всех люблю, целую, обнимаю. Goodbye.